Я родился 20 февраля 1940 года в деревне Литовской Республики. Закончил школу, учился в военно-учебном заведении, служил офицером в Тирасполе, на Дальнем Востоке, Приморье, на Камчатке, Хабаровске. Закончил юридический факультет гражданского учебного заведения и в сентябре 1974 года президиумом Верховного Совета СССР был назначен на судебную работу судьей в военный трибунал Хабаровского гарнизона. И в 1984 году был переведен сюда на Влаську судьей военного трибунала, тогда 3-го окружного суда, потом в 1985 году мне уже было присвоено звание полковник юстиции. Вот судебная деятельность меня приучила к тому, что нужно сохранять очень глубокую порядочность, человечность, понимание судеб людей, вникание во все дела, в тонкости и вынесение именно справедливого судебного решения приговора. С 14 по 19 год я был депутатом городского территориального управления городского совета, с 19 года общественной палате. Ну и предыдущая общественная деятельность, а особенно общественной палате, конечно, показала, что этот орган нужен действительно. Это непосредственно тот орган, который сталкивается нуждами, чаяниями людей, бедами и всем. Я состою сейчас в Совете ветеранов вот как раз в этой организации ракетчиков. Даже пребывая здесь, вот то, что я раньше на Влаське служил, да, сталкивался с этой службой, знал кое-что, но здесь я познал через ветеранов гораздо больше, потому что эта система, ракетчики наши, они, конечно, сделали для страны, а для Одинцова тем более, очень-очень много. И здесь работа идет в основном в том, что оказывает максимальную возможность помощь нашим ветеранам, вдовам, которых много, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. Мы встречаемся с молодежью, мы стараемся это показать, часто выступаем в школах. Очень радостно, когда ребята, независимо от возраста, нас видят, понимают, слушают нас и стараются, конечно, кое-что запомнить. Было приятно очень, что люди слушают, что удается донести то, что наболело, до всех и, конечно, призвать всех к тому, к любви нашей Родине, преданности, понимании, и вот чтобы эти чувства никогда не пропали.